В алматинском аэропорту продавали липовые ПЦР-справки. Пассажиры могли приобрести отрицательные результаты анализов прямо перед вылетом. Подделки документов уличили двух работников воздушной гавани. Они успели изготовить как минимум 20 фальшивых справок. Вылететь хотел в Ташкент человек. Ему ПЦР нужен был. Я изменил фамилию, имя в ПЦР, то есть, чтобы он мог вылететь. Место работы сейчас где? Международный аэропорт Алматы. Продала ПЦР-тест. Предприимчивые сотрудники аэропорта изготавливали ПЦР-справки с помощью приложения на мобильном телефоне. Представители авиакомпании знали о подделке, но пропускали таких пассажиров на борт самолета. О каких перевозчиках идет речь, в полиции не уточняют. Известно, что прибыль сотрудники аэропорта и авиакомпании делили между собой. Пока задержаны двое работников воздушной гавани, им грозит крупный штраф до 5,5 миллионов тенге, либо тюремный срок до 2 лет. Еще двоих продавцов задержали в Актобе. Там на липовых справках сделала бизнес семейная пара. Они продавали документы на границе с Россией. Мужчина находил клиентов среди дальнобойщиков, а его супруга, которая работала врачом, оформляла фальшивые ПЦР-справки. Муж на границе с Российской Федерацией на пограничном посту Жайсан находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов. Были установлены и допрошены в качестве свидетелей 10 граждан.